проводим акцию в рамках проекта союзного антифашистского патриотического проекта «Наша Великая Родина». Мы разворачиваем масштабную копию Знамени Победы, тузлая копия Знамени Победы, которую мы разворачиваем в 110 городах на территории нашей некогда необъятной страны, от Мелитополя через Крым, вот Керчь, на Кавказе будем разворачивать, будем в Южной Осетии, Абхазии и так до самой, до Москвы, 9 мая мы вынесем масштабную копию этого Знамени Победы впереди колонны Бессмертного полка. А сегодня город Керчь принимает эстафету союзного патриотического антифашистского проекта «Наша Великая Родина».